Здравствуйте, сегодня 1 августа. Я хочу показать, как выглядит вот один из сортов новинок у меня. Первый год сажаю, и поразил меня количеством плодов вот этот вот сорт томатов. Это у нас сорт «Золотое сердце Америки». Вот, назавязывал томатов, они достаточно крупные уже, видите? Вот, и вот на этой кисти пошли расти, на этой вроде как пока вот, наверное, пока не созреют вот нижние, не будет и верхних. Это мы обрызгали медным купоросом, это ожоги от медного купороса, это не заболевание, это ничего страшного. Вот. А так, вот такой хороший сорт. У меня вот этот куст лучше выглядит. Есть еще второй куст. Там томаты крупнее, но их меньше. Вот. Но, как видите, в хороших условиях действительно очень хорошо этот сорт плодоносит. Ну, дозреть томаты, я думаю, дозреют. Уже, я думаю, ждать не так долго. Вот они уже начинают, мне кажется, потихонечку менять цвет. А так вот кустик такой. Ну, относительно хиленький, относительно количества и размера томатов. Вот. Ну и как созреют, как попробую, так выложу продолжение про этот сорт. Ну, а про этот сорт пока все. Буду снимать обзоры на интересные крупные сорта, которые у меня растут в этом году.